где смесь для блинов? А я что? Да, забыл, прости. Хотела испечь тебе блинчики на днюху. Ну вот. Я не так уж их и люблю. Я знаю, что не любишь. Я для себя стараюсь. Витамин С. А домашку ты сделала? Дроби. Сколько тебе стукнуло? 36. Скоро подгузники носить. А может, я уже ношу. Скорлупа. Это кальций. Мило. На дядю Томми еды хватит? Должно было хватить. Привет. Еще не сдох, старпер? А, он тебя так любит. Он от меня зависит. Разные вещи. Одно и то же. Полностью согласен. Я думал, будут блинчики. Возьмем что-нибудь по дороге. Бетонщики приедут? Они сказали, возможно. Возможно? Без бетона не будет каркаса. Без каркаса нам не заплатят. Можно кого-нибудь позвать, так будет быстрее. Но нет, делиться я не буду. Я и с тобой-то не хочу. Можно удвоить цену. Серьезно? Сегодня? Я вернусь к 9. Так ведь, да? Ну да. Принесу торт. Обещаю. Из-за продолжающихся беспорядков в Джакарте гражданам США... Джакарта? Где это? На Среднем Востоке? Понятия не имею. Какая-то страна. Может, где-то в Азии? Джакарта — это не страна. Можно быть частью Азии, но не быть при этом отдельной страной. Это столица Индонезии. Черт! На эту девочку вся надежда. Ладно. Доедай быстрее, мы тебя подбросим. Дай скорлупу проживать. У тебя 7 минут. А у тебя футболка наизнанку. Более 100 человек были доставлены в больницу с различными травмами. Власти США настоятельно... Стареет, брат. ...гражданам, находящимся в Джакарте... Привет соседям! А, здрасте! Кони спрашивала про тебя. Чё-то ты давненько не заходила. Порадуй их. Я могу зайти после школы, только ненадолго. Она будет рада. Испечёте что-нибудь вместе. Кстати говоря, не хотите печенье? А то у нас тут осталось немного. Пап, ты же его любишь. Люблю. Но я на Аткинсе. На чем? Это, знаете, нам уже пора, но Сара потом зайдет и побудет сколько захотите. Расскажет вам про Аткинса. Отлично, я передам Кони. Предатель. Какие у вас тут интересные беседы, я аж заслушался. Потуши. С днем рождения. Операция «Буря в пустыне». Ветеран боевых действий. Остин, штат Техас, 26 сентября.